Красиво постричься, уложить волосы, привести в порядок ногти. Льготники могут рассчитывать на скидку еще в одном салоне красоты Химок. Dolce Vita сегодня официально стала полноценным участником социальной программы «Вместе». После символического перевязания красной ленточки владелец парикмахерской провел небольшую экскурсию представителям администрации. Мы не хотим быть в стороне. У нас у всех есть пожилые родственники. И поэтому мы хотим помочь, как можем, чтобы пожилые люди тоже могли себе позволить быть красивыми, стильными. Социальная программа «Вместе» действует в Химках с 2016 года. На данный момент в ней участвуют кафе, рестораны, салоны красоты, продуктовые магазины. Инициаторами этой программы стали предпринимательское сообщество и администрация городского округа Химки. Программа подразумевает, что участники, предприниматели разных, абсолютно различных сфер, компонуясь, да, в такую социальную программу, вместе даже название, нашим жителям помогут получать услуги, приобретать товары по сниженным ценам. По программе «Вместе» льготники могут рассчитывать на скидку от 15%, которая по желанию владельцев может быть доведена аж до 100%. Рассчитывать на нее могут порядка 58 тысяч льготников Химок. Это ветераны, блокадники, узники концлагерей и другие категории. Владельцы бизнеса, участники программы также могут рассчитывать на налоговую скидку. Полный перечень объектов, работающих по социальной программе, есть на сайте администрации в разделе социальных программ. Акраман Ивлоев, Дмитрий Бочаров, служба новостей.